занятие собирать урожай на канале Тимуриатем Соберем. Сегодня мы в лесу будем смотреть там на синие яйца какой-то птички. Мы не знаем, какая это птичка, поэтому напишите в комментариях. Мы сейчас пойдем и посмотрим. Мы думаем, что это малиновка. Сейчас... А я еще не знаю. Напишите в комментариях, если вы узнаете. Она сейчас вылетит. Вы быстро остановите видео и рассмотрите ее. Мы в этом лесочке ходим и собираем грибы. Да. Лес очень красивый, сосновый. Угу. И даже есть тут осины и березки. Ага, сейчас выпрыгнет. Да. А мы уже подходим. Здесь гнездо. Одно красивое. Так, сейчас потихоньку. Может, ее нету в гнездышке сегодня. Вот она. Вот она. Она тут сидела, я ее рассмотрела голову. Мы спугнули маму. Вот и гнездо, оно не замаскировано совсем. А здесь синие яйца. Да, и будут маленькие. Птенчики. Вот какая красота. Их там 4 штучки. Да. Интересно, от какой же это птички? Как же птичка? В комментариях называется. Если вы знаете. Если не знаете, то... Раньше я не снимал, я увидел голову этой птички. Ну ничего. Мы думаем, что это малиновка. И такая себе маленькая елочка. Да, голова. Не замаскирована. Очень похожа на соловья, мне кажется. Да. Может, это соловей? Тёма, ты как думаешь, какая птичка? Соловей. Соловей? А расскажите, какие еще птицы обитают в нашем лесу? Совы, филины, там аисты, хохлатая синичка, она занесена в червоную книгу. Тут есть вороны, вороны, ну вот эта птичка, соловьи, ну... Мы еще видели удота. Да. Удот. Дятла. Да, дятел. Как я забыл про дятла. Да, разноцветные сойки к нам прилетают, да? А вот. А, кто еще? Кто? Чижики. Да, чижики. А вчера мы видели скворцов. Да? А вы знаете, дятел лечит дерево. Да, как он лечит дерево? Кьюбиком. Да, он собирает... паразитов. Даже да? Говорят, дятел санитар леса. Да, правильно. Ну все, вот такое у нас приключение. Да. И зайдите на канал, там еще будет видео, как мы показываем про нашу дачу. Ну да. Угу. Вот такие и красивые. Заезжайте. Номер 131Б. И вот такой красивый лес. Да. Погода сегодня хорошая, птички поют. Да. А наша дача где-то вот там, а там хащи в каких-то.